Евказолін – створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. З нами зараз на зв'язку Ігор Гуськов, генерал-майор Служби безпеки України в запасі. Пане Ігоре, вітаю вас. Добрий вечір. Також вас вітаю. На вашу думку, ось це повідомлення, яке оприлюднює агенція Bloomberg, про те, що зараз Пригожин намагається згорнути бойові дії в Україні чи мінімізувати їх, щоб сфокусуватись на інших регіонах світу, називається при цьому Африка, викликає у вас довіру? Це може бути правдою? Ну, я абсолютно в этом уверен. Единственное, здесь вот необходимо надо понимать, что, во-первых, Пригожин и ЧВК Вагнера с Африки не уходило. Вы знаете, было достаточно много расследований, и Блумберга того же, и наших украинских спецслужб 2017 года, где на конкретных фактах показывали, что Вагнер вошел в Африку очень плотно. На сегодняшний день это порядка 10 стран, и он оттуда никуда не уходил. Африка для Пригожина и для Вагнера – это финансовый базис. Заработок тех денег, которые выплачиваются уже Вагнерам, зэкам, например, за убийство в Украине. Алмазы, золото, платина – все проходит через аффилированные со структурами Пригожина фирмы в Центральной Африканской Республике, в Зимбабве, в Конго, в Чаде, в Ливии. И это основа. Без этих колоссальных денег в участии наемников оно в Украине было бы просто невозможно. Я хотел бы обратить внимание, еще раз подчеркну, в 2018 году вышло вот очень хорошее расследование того же Блумберга, после этого было продолжено новой газетой, где очень подробно каждая африканская страна, где есть наемники Вагнера, исследовалась на предмет, что, ради чего они там присутствуют. И второй момент, это буквально вот свежее заявление Фейгина о том, что цена одного месяца войны для Вагнера составляет 1 миллиард долларов. Эти деньги нужно откуда-то брать, и Африка – это источник. Якщо ми говоримо з вами про Африку і про операції групи Вагнера на цьому континенті, ви, мабуть, чули повідомлення, оприлюднене Associated Press, про те, що в Центральноафриканській Республіці було вбито 9 громадян Китайської Народної Республіки. Тут важливо відмітити суттєвий, як на мене, нюанс, що все це відбувалося синхронно з підготовкою і з візитом китайського лідера до Москви. А Сі Цзіньпінь, от коли Сі Цзіньпінь прилетав в Москву, вже було відомо про те, що було вбито 9 громадян Китайської Народної Республіки. І ось що повідомляє Associated Press, що копальня, золота копальня відкрилась лише кілька днів тому. А до цього невідомі озброєні люди викрали спочатку 3 громадян Китаю. І видання зазначає, що до цього вбивства, до стрілянини були причетні найманці з приватної військової компанії Вагнера. Це їх почерк, вагнерівців? Безусловно, почерк очень похожий. Я хочу напомнить, что было подобное убийство в том же регионе, в Центральной Африканской Республике, 3 российских журналистов, если вы помните, да, это 17 год, когда попыталась группа под эгидой одного из проектов Ходорковского снять репортаж о действиях Вагнера в Африке, их просто расстреляли. То есть там не церемонятся. Но в этом отношении вот еще один важный момент. Россияне достаточно плотно осели в Центральноафриканской Республике. И фактически тот режим, который на сегодняшний день действует в этой стране, он держится исключительно на Вагнере. Они обеспечивают там контроль за определенной территорией. Прежде всего это алмазные рудники и золотодобывающие рудники. И конкуренция в лице китайских компаний им точно не нужна. Но надо понимать, что у китайских властей очень сильные спецслужбы свои. И я думаю, что вот этот факт, если к нему Вагнер причастен, он будет, вот, может стать тем очень серьезным изломным моментом после всех заявлений Путина по итогам приезда Си Цзиньпина. А тут цікаво, що теж Associated Press повідомляє, що метою
цих вбивств було залякати китайців, які були присутні задовго до того, як росіяни оселилися в цій частині країни. Ну, битва йде за ресурси. Звісно, нам би завжди було би цікаво дізнатися, що вплинуло це на політичні розклади. Можливо, десь там за зачиненими дверима Сі Цзіньпінь і Путін обговорювали цю проблему, але от ви зараз сказали, що, можливо, це буде спущено на рівень спецслужб, розібратися. І, ну, я так думаю, що Китай вже захищає своїх громадян. Подивимось, якою може бути відповідь. Скажіть, якщо вагнерівці, які не йшли з Африки, з африканського континенту, Африка для них є такою, ну, ресурсною територією, звідки вони викачують ресурси і гроші, чи є зв'язок між цими офіцерами Вагнера і політичною верхівкою Російської Федерації? Ми з вами бачили вояжі Сергія Лаврова по африканському континенту. Особисто у мене немає сумнівів, що Лавров намагався зібрати там військову техніку, в тому числі радянського виробництва, для того, щоб через, можливо, якісь треті країни перекидати її до Російської Федерації. Наскільки впливовими є вагнерівці з точки зору акумулювання військових ресурсів на користь Російської Федерації? Вы знаете, ну, этот момент тоже, на мой взгляд, вы абсолютно правы, имеет место быть. И я бы напомнил, не просто визит Лаврова, чуть раньше была и встреча Путина в Сочи с президентом ЦАР. Надо отдать должное, да, вот российской тайной дипломатии, что в преддверии вот вторжения 2022 года на протяжении нескольких лет они очень плотно занялись тем, что, ну, так вот, условно говоря, окучивали африканских лидеров. Мы прекрасно понимаем, что значительная часть из них имеет такие авторитарный характер, меньше всего там заботятся о своих благосостоянии своих стран, преследуя абсолютно корыстные интересы. Россия это использует. И здесь нельзя исключать, что и техника, сбор техники, да, вот в разрезе визита Лаврова. Но я бы в большей степени все-таки акцентировал внимание на как раз на сырьевой базе. Вот мы говорим с вами о Китае, еще один такой момент, он очень свежий, да. Буквально сегодня новость прошла. Вдумайтесь, за прошлый год количество платины, которая перешла из России в Китай, была заплатена, увеличилась по объемам почти в 300 раз, в 279 раз. В конце прошлого года данные свидетельствовали о том, что торговля золотом между Россией и Китаем, поставки золота из России в Китай увеличились в два раза по сравнению с... И за последние 7-8 лет это максимального рекордного уровня достигло. Выкачивая те же полезные ископаемые ресурсы, Вагнер расплачивается ими, я не исключаю, в том числе и из Китая. Ось це цікава інформація. Тут два таких можна зробити, знаєте, напрямки для розслідування, я би так би сказав би. По-перше, Росія інтенсивно збільшила свої виплати Китаю. А тут треба розуміти, а за що вони платять, що йде в зворотньому напрямку. І другий момент, що за війну, яку влаштувала Росія в Європі, коли напала на Україну, цілком ймовірно, частково платить не лише ось цей російський народ, який підтримує Путіна, так? А й платять достатньо бідні народи африканського континенту, звідки ті ж самі вагнерівці викачують ресурси у вигляді золота і інших цінних металів. І потім розраховуються з Китаєм. Пане Ігоре, ви з нами зараз на зв'язку? Да. Ага, чудово. А скажіть, можливо, ви володієте цією інформацією? Якщо в рази збільшилося, слухайте, в 300 разів збільшилось ця кількість виплат в золоті з Росії і Китаю. В платіні, вибачте, будь ласка. Це може йти на виробництво якихось мікросхем, та чи от що за цим може стояти? Або що Росія отримує в зворотньому напрямку? Ну, вы знаете, уже не как бы тайны Поля Шанеля, поставки и бронежилетов, да, которых сразу несколько ресурсов западных СМИ опубликовали, и о том, что поставляются беспилотные самолеты, да, пусть они коммерческих версий, это только то, что на поверхности. Но на сегодняшний день
мы можем говорить о поставках даже такой амуниции, да, это утепленные куртки, утепленные брюки, которые шли в конце прошлого года, в том числе из Китая, специальными заказами цвета хаки. Знаете, это не летальная как бы составляющая вооружения, но с другой стороны она позволяет переаккумулировать силы самой России для того, чтобы сосредоточиться на военной составляющей. И поставки, увеличение колоссального поставки платины и увеличение в два раза поставок золота, она, конечно, требует исследования и дополнительных расследований, насколько, во-первых, эти платина и золото имеют российское происхождение, да, и, с другой стороны, что оплачивалось этими поставками. От як цікаво, слухайте, тобто те, що відбувається на африканському континенті, участь там ПВК «Вагнер» може вивести нас на таку глобальні оборудки між Росією і Китаєм, за цим пильно треба стежити, тому що, шановні, ми ж з вами розуміємо, що платина дуже широко використовується в радіоелектронній промисловості. І я певен, от якщо розібрати на складові російські ракети, крилаті, балістичні, немає значення, ті ж самі там Х-54 чи Х-20, ну, точно ми знайдемо там мікросхеми, які використовують цей рідкісний метал. Тому я думаю, це завдання для багатьох спецслужб відстежувати всі ці ланцюжки. Пане Ігоре, повертаючись до групи Вагнера, що вам відомо, на якій стадії процес надання цієї організації статусу терористичної? Вы знаете, это, наверное, самый сложный вопрос из тех, что вы сегодня задали. Почему? Потому что на сегодняшний день, вот, ну, я скажу свое видение, да, ощущение, идет больше декларативной плоскости, чем конкретные вот какие-то конкретные шаги. Признание группы Вагнера террористической организации, мы прекрасно понимаем, что фактически 99,9% наемников Вагнера никогда в жизни не выезжали из России и не выйдут из России. Поэтому здесь речь идет, на мой взгляд, ключевое должно быть не персонале, а должны быть как раз финансовый базис. Те все фирмы, которые аффилированы прямо или через множество передаточных звеньев, прокладок, аффилированы и составляют эту финансовую составляющую, они как-то остаются за полем зрения очень большой дискуссии, очень большого вот такого, ну, в принципе, важного события, как признание Вагнера террористической организации. Я бы хотел вот все-таки больше видеть практических решений, в том числе и со стороны наших западных партнеров, по ужесточению санкций. Ведь, возвращаясь к нашей теме, все то, что торгует на сегодняшний день Россия, в том числе и ценными и полезными ископаемыми, они остаются за пределами санкций. Еще один пример, да, это не только золото, это алмазы. Но российский крупнейший поставщик алмазов на европейский и американский рынок вышел к концу прошлого года на уровень до того продаж, которые были до вторжения. Россия продолжает торговать. И фактически, так сказать, попадают в том числе и те грязные кровавые алмазы, я вполне в этом допускаю, более того, есть и определенные моменты журналистских расследований, которые свидетельствуют об этом, из Африки. Поэтому мало признать Вагнера террористически. Нужно, знаете, паутину на прежде всего не только бойцов Вагнера и командиров Вагнера, в первую очередь на экономическую составляющую этого вот такого явления гибридного. Знаєте, ви коли сказали, що там десь більше 90% цих бійців Вагнера ніколи не виїжджали з Росії, я собі подумав, що а був епізод, коли їх можна було витягнути, так? І це була просто блискуча спецоперація українських спецслужб, за якої було задокументовано всіх цих воїнів Вагнера, які прийшли в Україну, вбивали людей. І я сподіваюся, що вся ця документація, їхні документи, записи, розмов і все інше, які за допомогою чого їх вдалося встановити, буде передано до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Ви нам розкажіть зараз, будь ласка, чому це важливо, щоб
ПВК «Вагнер» отримала статус терористичної організації у світі, чи означає це, що у такому випадку всі операції і присутність групи «Вагнера» на будь-якому континенті будуть прирівняні до терористичної діяльності і адекватно, відповідно, на це будуть реагувати спецслужби і збройні підрозділи інших країн? Вы абсолютно правы. Ключевое здесь, конечно, то, что это присутствие представителей Вагнера, которое будет признано террористическим, ставит как бы уже огромные вопросы к правительству тех стран, на территории которых они находятся. И здесь речь уже будет идти о том, как бы о пособничестве терроризму. Да? Это прежде всего и африканские страны, да? Это там Сирия. То есть это позволит, конечно, расширить санкционную политику в отношении уже и этих стран, то есть и ввести, в том числе выдача международных ордеров на арест руководителей этих стран, ну такая в потенции существует, как содействие распространению терроризма. Но очень трудно доказать, как бы вот я еще раз подчеркиваю. Мы достаточно плотно в 2018-2019 году изучали вот как раз присутствие Вагнера в Центральноафриканской Республике и в Ливии. Если в Ливии это очень наглядная была, да, это фактически армия, и самолеты Вагнера впервые использовались не в Украине, они использовались в Ливии, летчики нанимались, то в Центральноафриканской Республике это было даже под эгидой международного сообщества. Их было достигнуто соглашение о том, что россияне по своей квоте направляют в Центральноафриканскую Республику инструкторов. И россияне очень умело этим пользуются. Под видом этих инструкторов и была введена группа «Вагнер». Поэтому, вы знаете, это как все понимают, что «Вагнер» в Центральноафриканской Республике есть, но если брать вот юридическую составляющую, то здесь было в том числе и согласие Франции и других стран на введение туда российской квоты инструкторов. Поэтому нужно вот как бы достаточно агрессивно вести, на мой взгляд, ту политику международную, которая позволяет уже не прятаться за этими юридическими коллизиями, а декларировать о том, что Вагнер есть, об этом вот есть доказательства спецслужб, об этом есть материалы журналистских расследований, на Западе это все-таки сильная составляющая, и выводить на уровень принятия конкретных решений. А признание Вагнера террористической организации, это, конечно, первооснова. Я хотел бы поправиться, может быть, я не совсем точно правильно выразился, когда говорил о 99% не выезжающих из России. Я имел в виду 99,9%, которые не приезжали в Европу или США. Конечно, они были в Сирии, конечно, они были в Ливии военно-транспортными самолетами. Но я имею в виду те страны, где их могут арестовать, они, естественно, никогда не попадут, потому что они большинство из них понимают о том, что они это контракт с такими двойным дном. А что вам известно, какая кількість вагнерівців зараз в Украине и какие втрати несуть вагнерівці на сході нашої країни зараз? Ну, тобто, ми всі дивимося на Бахмут, так, і ми чули заяви одного з командувачів, пана Сирського, про втрати російської армії. Можливо, ось ці заяви, заяви Пригожина і пов'язані із цими втратами, яких зараз завдають вагнерівцям Збройні сили України? Знаете, вы как бы настолько вот разбираетесь в этом вопросе, что уже и содержатся элементы ответа. Ну, во-первых, до вторжения в Украину, до февраля 2022 года численность Вагнера составляла порядка 7 тысяч. Но я всегда подчеркиваю, это не регулярное войско. У них достаточно специфическая система комплектования. Это краткосрочные контракты. От 3 месяцев до полугода с возможностью дальнейшей пролонгации. Поэтому сказать, что вот под ружьем находили все 7 тысяч, это будет неправильно. Прошли через Вагнера порядка 7 тысяч. Но мы понимаем о том, что в Сирии, например, в самые тяжелые моменты 16-17 год, их было 5 тысяч единоразово. Да? После вторжения здесь абсолютно поменялась система комплектовки. Значит, есть несколько, в том числе украинских и международных проектов, которые занимаются исключительно отслеживанием потерь Вагнера.
Я участвую в одном из них, поэтому буду говорить на те цифры, которые вот как бы прошли в том числе и через мои руки. Фактически после захвата Попасной, те вагнеры, о которых мы говорим, как участников вот войны с 2014 года, участников сирийской, ливийской командировок, они фактически сошли со сцены. Понеся большие, очень большие потери, там счет шел на несколько сотен человек, вот тогда и как раз и стал вопрос о вербовке тюремных вагнеров и отхода в третий эшелон тех вагнеров, которые имеют вот, ну, и боевой опыт, и подготовку, и которые массово направляются в Африку, о чем мы ранее говорили. И пошли в ход тюремные вагнеры. На сегодняшний день мы можем говорить, 4500, 4600 – это то, что установлено пофамильно. Знаете, как говорят, с местами захоронений и с датами рождения, со статьями Уголовного кодекса. Это то, что на сегодняшний день в рамках нескольких проектов установлено. Но поток информации идет, он каждый день. Каждый день это 200-300 человек. При этом мы понимаем, что безымянных, бесхозных таких могил, условно говоря, без родственников, да, которые не публикуют посты, которые друзья там не публикуют о смерти, в десятки раз может быть больше. Мы знаем о том, что такие кладбища постоянно всплывают. Совсем свежее, буквально на днях выплыло в Свердловской области два кладбища, в Луганской области. То есть мы можем смело говорить на сегодняшний день, что это порядка 15-20 тысяч погибших наемников Вагнера можно констатировать. Я бы не хотел там вот 50 тысяч, понимая, что это как бы вот всегда ну, как бы поднимает какое-то настроение, но мы оперируем теми данными, которые проходят через руки, устанавливая этих людей. Поэтому потери идут действительно большие. И Вагнер фактически выдохся. Вы знаете, есть такая вот еще одна тенденция, которую мы на сегодняшний день видим. Фактически с января-февраля месяца пошли достаточно плотно наемники Вагнера с уголовными сроками за сексуальные преступления. Их очень тяжело доставать с правовой базы российской. Почему? Потому что приговоры по таким судам, они скрыты, но удается, есть свои инструменты, удается вытянуть. И мы видим, что Топов, если помните, да, знаменитое видео, где Пригожин вербовал, что не будет там так называемой этой категории, называя их там определенными эпитетами, не хочу в эфир говорить, то сейчас это массовое явление. То есть подметается все. И я с уважением отношусь к словам наших боевых генералов, в том числе и генерала Сырского, и знаю, что он знает гораздо больше и понимает. И действительно видим, что Вагнер выдыхается. И заявление Пригожина, оно действительно об Африке, да, сейчас, и заявление Блумберга про Африку, как раз может свидетельствовать, что Пригожин ищет на сегодняшний день те пути, которые позволяют ему выйти из этой ситуации. Бахмут не будет взятыми. И фактически, так сказать, после этого, да, российские все пропагандисты будут искать крайнего. Можливо. Таким крайним может оказаться Пригожин. Так, і він про це, до речі, говорив, що він може виявитися крайнім, правда, і, можливо, Пригожин справді зараз хоче спетляти з поля бою в Україні, а, можливо, це шантаж вищого військового політичного керівництва. Але як би то не було, ось ті цифри по вбитим в Україні вагнерівцям, слухайте, це вражає справді, це в рази, це в 5-6 разів перевищує ту армію, а це справді діяла армія Вагнера, в Сирії, та весь особовий склад, який на сьогодні вже закопаний, який вже воювати не буде ніколи. Ігор Гуськов з нами був на зв'язку, генерал-майор Служби безпеки України в запасі. Дякую, пане Ігоре. Послухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.